Южнокорейские дипломаты отправились в Вашингтон, чтобы обсудить переговоры с КНДР. Консультации в США проведут на основе встречи южнокорейской делегации с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, которая состоялась несколько дней назад. Соединенные Штаты отправились Чон Ыльон, советник президента Республики Корея по вопросам безопасности, и Су Хун, директор Национальной разведывательной службы. Они встретятся с высокопоставленными американскими чиновниками. Напомню, спецпосланники южнокорейского президента Мун Чжэ Ина провели 2 дня в КНДР. Во время пресс-брифинга после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном было объявлено, что Юг и Север договорились провести в конце апреля 3-й саммит в пункте Панмунджон на границе 2 Корей.